Привет! Сегодня попытаемся продегустировать 20-летний коньяк армянский ереванского завода Арарат. Ну, коробка прочная, картон тут серьезный картон. Так, бутылочка, ну это, в общем-то, у нас это 0,5 всего, 0,7 в продаже не было. Попробую это дело открыть. Тут что-то липнет уже. Липнет. Что такое? Вот первая проблема. Так, как тут у тебя? Сейчас. Я нашел подход. Вот он. Готово. Ну, вот что мы видим. Ну, 20 лет. Это немало. Армянский коньяк Наири произведен в Республике Армения из коньячных дистиллятов, средний возраст которых не менее 20 лет. Средний возраст, понимаете, средний, обманули. А минимальный возраст коньячных дистиллятов не менее 12 лет. То есть по факту это коньяк 12-летний, но максимальный возраст 43 года. Короче, он 12-летний. Ну что тоже, конечно, немало. Ну, однако, вот зафига это, ну, писать 20, вот они, собаки, знал бы, конечно. Ладно, открываем. Ну, пробочка такая, кстати, ничего такая, нормальная пробочка. Запашок есть, ну, наливаю. Не, бокал специальный для бренди. И закрываю. И тут, конечно, надо ему дать подышать. Кстати, я тут в последнем видео сказал не совсем правильно. Сказал, что для чего, значит, надо дышать? Чтобы он окислился, да, и стал мягче. Но на самом деле не совсем так. В процессе дистилляции, значит, в крепких алкогольных напитках образуются летучие кислоты, как сказали умные люди. И вот эти кислоты должны улетучиться. И, кстати, чем крепче напиток, тем быстрее они улетучиваются. Вот, собственно, подышать это значит улетучиться им дать. Но есть еще другой момент. Это я уж сам подумал. Там могут быть вещества, которые еще не стали кислотами. Но когда они получают доступ кислорода, они окисляются и становятся летучими кислотами. И улетучиваются. Вот. Ну что, пока посмотрим на цвет. Ну, цвет у него такой довольно темный такой. Так, и густой. На стенках остается. Весьма так мощно остается. Да. Побольше, чем в вискарях, я скажу, так это застревает на стенках. В вискарях имеется в виду там до 10-летних там и меньше. Вот, если не знаю, видно там будет или нет. Вот, ну ладно. Я тут, конечно, полчаса ждать не могу, пока он надышится. Будем нюхать. Ох, запах сильный. Ну, честно сказать, я немножко спирт ощущаю. Вот, я не знаю. Ну, шоколадный-то она есть, но они такие... как бы не очень горькие и довольно это самое так и приглушенные, хотя не знаю, нет, что-то есть, что-то такое, да, сухофруктовое. Ну, в армянских коньяках это есть, чернослив вот это, да. Ну еще вот это вот что-то, ваниль, да. Ну вот теперь уже по опытному. Нет, не еще не по опытному, а значит его шпок. Ну как-то так его болтаю. В общем, кстати, ничего, так болтается нормально, можно его болтать. Ну все, короче, переходим. Ну полчаса, считай, прошло. Ну на самом деле даже 5 минут, ну 5 минут прошло, все. Thank you.
Шоколад, конкретный шоколад, вообще просто конкретнейший. Так, сейчас. Да, длительное послевкусие тут какое. Тоже шоколадное, похоже. Он довольно мягкий. Я спирта вот на вкус не почувствовал. Пьется просто очень хорошо. И такой густой. Не, все. Просто шоколад. Ну-ка. Не, не просто шоколад. Что-то еще есть. Ну, фруктики вот эти вот сушеные. Да. Вот я, собственно, и хотел выдержанные коньяки вот ради этого шоколада. Потому что в коньяках небольшой выдержки этого шоколадного тона нет. Но это, кстати, круто. Вот, кстати, да, еще можно сказать, он не такой уж это, ну, не сладкий. То есть он довольно такой нормальный. Не сказал бы, что он приторный. Совсем даже нет. Да, когда его глотаешь, вот первый глоток, он вообще такой горький. А, ну, как этот, как горький шоколад, собственно, вот он такой должен быть. А потом он немножко раскрывается уже такими более сладкими шоколадными тонами. Вот, ну так кажется, как бы. Вот и, да, орехи, кстати. Вот, могу сказать, ореховое что-то есть. Ну и, конечно, да, как я могу это не заметить, кстати. Запахи хрен его знает. А так, вообще, есть бочка, это деревяшка. Деревяшка есть. Не, ну, кстати... Точно, деревяшка есть, и вот сейчас я это почувствую. Видите, он раскрывается вот не сразу, надо ему сильно давать дышать. Деревяшка, конкретная деревяшка. Деревяшечка есть. И на вкус она ощущалась. Да, слушайте, вот прямо вот сейчас так, я так это, вот когда, знаете, даже пилишь вот это вот, и там эти опилки, вот оно как бы со смолой, там, ну, свежий распил, он пахнет. Вот есть что-то такое. Не, ну очень классно. Но когда-нибудь я все-таки найду честный 20-летний, а не 12-летний, как он по факту оказался. Да, это, кстати, большой обман. Вы не ведитесь на это дело. То есть на Ире 20 лет, по факту, 12. Там минимальный возраст спиртов 12. Ну ладно, простим им все равно, он хороший. Ну просто, честно говорю, это вискарина, доели уже. Вот захотелось вот это, ну. Мало я коньяков в последнее время употребляю. Вот. Все. Всем спасибо. До свидания.